Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Сирену. Шестой эпизод на очереди, мы прошли половину игры уже практически. Ну и, собственно, давайте начинать. Предыдущий эпизод был один страшный, то есть он делился на две части. Одна из них была до усрачки страшной, вторая была раздражающей, просто какая-то глупая. Надеюсь, это будет скорее страшно, чем глупая. Давайте приступать. Мияко, еще гамбару. Мияко! Твою мать, Мияко застрелили. Коко де Мацу. Модоти куру. Мацу, окей? Наташи, сини так на. Ишо ни нигета. Мура но сото мите мите. Конна мура дайки. Мияко, таскеру. Мияко, I promise. Говорит по-японски, оказывается, умеет разговаривать. Кто шарашит? Мне за Говарда больше всего, честно говоря, нравится играть. Он какой-то подвижный такой парняшка и может вломить. По-моему, это неплохо. Так, цель задания. Избавиться от преследователя. Так, цели. Найти пушку, вырубить Сибито с помощью... А, это под цель. С помощью тачки. Блин. Офигеть, вот я попал. Да. Так, ладно, что мы делаем? Примерно понятно, ладно. Нам нужно сюда. У нас... Ничего. Подожди, с помощью тачки. Какого Сибито? Давайте-ка сначала разберемся. Какого хрена вообще? Я сейчас не убьюсь, а то тут рельсы как-то не очень хорошо. Ну ладно, давайте попробуем. Сейчас что, Индиана Джонс будет, что ли? Бегай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я там кого-то видел. С ружьем. Вашу мать. Ой, я попал. Так, куда я пришел вообще? Что мне тут делать? Так. Честно говоря, слабо представляю себе. Мне бы хоть какое-то оружие, я не знаю. Хоть кирку. Зачем я сюда приехал? Не очень очевидно все, честно говоря. Так, что мы тут имеем? Печка-буржуйка. Хорошо. Только ничего не видно. Вообще ничего не видно. Так, ну-ка подожди. Дайте мне какое-нибудь оружие.
Тихо. Сюда, видимо, что-то потом можно будет применить. Что у нас такое? Включить лифт. Ну, включили. Ох, блин, как темно. По-моему, самая темная игра вообще из тех, что я видел. Тихо. А здесь, по-моему, пауки были. Так, вот один. Вот второй. Их тут две штуки. Собственно, наш стрелок, похоже. Я не совсем понимаю, что мне делать. Сюда идти, по-моему, самоубийство. Но если я сейчас резко побегу направо и спущусь по лестнице, то вполне возможно, что... Я вообще не понимаю, что делаю. Сдается мне, что мне на эту лестницу. Давайте рискнем. Ой-ой-ой-ой, не тупи, братюнь, давай быстрее лезь. Ой! Да, это явно была ошибкой. Это, кстати говоря, как вы могли видеть, тот самый японец, за которого мы играли, который покончил жизнь самоубийством, и теперь он... Ох, бляха-муха, как далеко, давайте-ка я выключу. Так, продолжаем. Все там же. Как вы... Поняли, мы опять находимся в том же месте, но теперь направо мы не пойдем, потому что мы явно знаем, что это уже смерть. Но мы можем попытаться пробежать налево, потому что других путей, честно говоря, тут просто я не вижу. Там наверху я сейчас посмотрел, идти больше вообще некуда. С другой стороны, если я выключу свет, возможно, что-то будет... Что-то изменится, я буду не так заметен. Так, вот он стоит, скотина. Блин, да сколько вас тут, ёлы-палы. Ну я вообще просто не понимаю, я на кого сейчас смотрю, насколько же это неудобно. Так, ничего не видно. Выбора другого нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Да уберите вы свою фигню. Так, куда мы лезем? Куда я лезу вообще? Зачем мне это все? Какие у меня задания? Вырубите Сибито с помощью... Ну, ладно. Во всем этом нет логики. Абсолютно. Тихо. Это что еще за херота, бляха, уходим. О, так, может быть сюда. Так, сломано. Сломано. Я не хочу в ту сторону идти, там что-то какая-то жопа. Ой-ой-ой-ой-ой, кто меня... Не связываемся, просто уходим. Блин, да выключи ты свое зрение. Тут затоплено, нам хана. Я вообще не понимаю, что происходит. Я просто хочу выбраться из этого темного места. Дайте мне хоть что-нибудь в руки. Так, ключ от сирены. Теперь мне, может, вернуться надо? А может, я смогу его вырубить? Вот что мне интересно.
Он с лопатой, конечно. Вали его, вали, вали. Ой, давай, 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 братюня. Нет, мне похоже, хана. Уже не справлюсь. Да блин, сколько этих ударов-то нанес. Так, ну примерно понятно хотя бы. Фу, это какой-то геморрой. Так, ладно, мы взяли ключ, теперь нам нужно... Теперь нам нужно просто идти назад, похоже. Просто идти назад. Хорошо сказал. Здесь это так просто не бывает. Да отвяжись ты от меня, мать твою, за ногу. Лезь ты наверх, козёл. А, давай, 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 давай. Так, сейчас, возможно, налево. Куда я иду? Что я делаю? Самый главный вопрос – зачем? Для чего? Вот для чего я сейчас поеду туда? Тут просто все настолько заскриптовано, что пока не сделаешь, не поймешь. Ну что, кому-то стало хуже? Я, честно говоря, не уверен. По крайней мере, мне кажется, что это кого-то там могло убить. Но если они на потолке, то как это их убьет? Вот-вот, я про то и говорю. Нафиг вас всех в жопу. Фу, так. Ладно. Как бы там ни было, что мне делать дальше? Ой, у меня же ружье есть. Это я туплю или оно у меня с самого начала? Нет, по-моему, не должно быть. Так, ладно, мы взяли ключ от сирены. Я, честно говоря, вообще уже запутался. О, ящерка. Прикольно. Надо будет пересмотреть потом. Что-то я, честно говоря, не понял, откуда у меня в руках ружье. Оно, по-моему, я его где-то взял в туннелях, но там было мне так страшно, что я натурально прощелкал этот момент. Так, теперь нам нужно активировать сирену. Это наш японец. Кто? Где? Да вашу мать! Вашу мать! Вашу мать! Так, что мне это дало, кроме таких проблем? Ой, тихо. Да, блядь, откуда ты-то взялся? Ну давай, ну меня убьют сейчас. Вообще по тупости какой-то. Ой-ой-ой, давай. Фу, какая корявость. Ой, блин, я ж вспотел. Еще одна тупая миссия. Вторая тупая миссия подряд, это, по-моему, плохо. Не люблю действовать наугад. Так, ну эта серия, по крайней мере, не так уж и много времени заняла. You're alive. I was wrong before.
I have to perform the ritual again. What are you... Второй раз за игру. Девочка вообще беззаботная, конечно. Белла Монро. Ненавижу играть за девочек. Они абсолютно беззащитные. 5 часов вечера, 4 августа. Так, достичь церкви Иразу. Ой. Летучие твари. Куда я иду вообще? Не туда, куда нужно. Уф, ладно, хоть карта есть. Без карты тут вообще геморрой был бы. Тут мы не перепрыгнем, похоже, просто. Нам придется все это обходить. Все-таки я изначально нормально пошел, правильно, да? Ну-ка. Да, нужно найти другой путь. Хорошо, возвращаемся туда. Ой. Давай, давай, прыгай, девочка. Все у нас получится. Меня видит опять, а. Бляха-муха. Какого хрена происходит? Так, уходим. Он, похоже, не может меня достать, да? Хе-хе-хе. Судьба злодейка. Хе-хе. Уходим. Не испытываем судьбу. Так, ладно. Хорошо. Достичь поля сначала нужно. А так на самом деле красиво, да? Тут мы бегали за Говарда вместе с Миякой. Так, тихо. Что-то как-то то ли меня музыка успокаивает, то ли что. Но как-то вообще напролом иду. Ой. Тихо. Фу. Надо, похоже, у него за спиной пройти. Других идей нет. Или может там внизу как-то. А я снизу все равно не пройду. По-любому надо через него как-то пройти. Да блин. Так, ну давай. Вот такие моменты, кстати говоря, меня пока что игра пугала только когда было темно. Вот такие моменты, ну это скорее какой-то мистический триллер, вообще не страшно. Я абсолютно спокоен. Не то, что в предыдущей миссии, даже он за Говарда. Похеру, рискнем. Сколько можно ждать уже? Нифига. Ой.
Так, тихо, 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 уходим нафиг. Фу, так. Пройти через железные ворота. А, ну да. Это мы тоже место знаем. Блин, я не знаю, то ли музыка приятная, то ли что, но я как-то вообще на расслабоне играю эту серию. Вообще это хорошо, по-моему, если постоянно напряжение держать, как амнезии, то потом натуральным дураком можно стать. Бляха-муха. Так, куда мне опять идти? Хрен поймешь. Куда-то сюда, короче говоря. Ой-ой-ой, быстрее давай, быстрее, быстрее. Быстрее, не тупи, давай, давай, блин, ну. Уф-уф-уф-уф-уф-уф-уф. Так, пока не поднимайся. Ну, а теперь поднимайся, ну. Ну-ка. Ага, как обычно. На кой хрен я сюда шел? Зачем я прошел через эти железные ворота вообще? Объясните мне кто-нибудь. Тут ничего нет. А, может, мне по лестнице надо было наверх, а я, блин, тут проходил. Да, блин. Что со мной такое сегодня? Я надеюсь, вы меня простите. Хотя некоторые обязательно, конечно, не простят, напишут какую-нибудь гадость в комментах. Да ладно, тут я заслужил. Хотя больше не я заслужил, наверное, все-таки. Ладно, помолчим. Так, ладно, давай быстрее, у нас уже серия затягивается. Вот всего-то надо было сюда пойти. Смотри, да? И конец, как я подгадал. Ну ладно. Было не очень сложно, скорее на расслабоне. Daddy, mommy. Твою мать! Сбыл, и что-то нехорошее произошло. Любовь? Огнестрельное ранение на девушке сразу зажило, а парень наш как будто и не обгорал. Может, они тоже погибли уже просто? А, вот, понятно. Ты ему привиделась. Мияко? Мияко! Фу, ну, блин, ну было неплохо. В принципе, был нормальный эпизод такой. Не могу сказать, что особо страшное, но было весело. Следующий, похоже, будет еще хуже. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.